Социальная дистанция, дезинфекция помещений и рук, масочный режим. Ограничительные меры по профилактике коронавируса продолжают действовать. На улице разгар лета, самое время для посиделок в летних кафе. Как придерживаются предприятия общепита рекомендаций Роспотребнадзора, каждый день мониторят специалисты администрации округа. Одно из главных условий – дезинфекция помещений каждые 2 часа. Некоторые владельцы идут дальше – и делают больше положенного. График мы ведем обязательный. График у нас идет каждый час. Я считаю, что это немножко правильно, потому что 2 часа для меня это много. Также у меня график туалетов, график цехов, график зала. Что еще? Обязательно соблюдение температуры сотрудников всех. В Уссурийске на данный момент открылись и обслуживают посетителей 22 летних кафе. Требования едины для всех. Регулярный контроль температуры у сотрудников, наличие у персонала масок, перчаток, антисептиков. Обязательно также соблюдение социальной дистанции и постоянная обработка помещений. Если при проверке комиссия выявляет нарушение, то будет составлен акт. Административная комиссия составляет акт о выявленных нарушениях, предупреждает руководителя предприятия о тех нарушениях, которые он должен устранить. В случае повторного проведения проверки, если предприятие нарушения не устранило, то этот акт передается в Роспотребнадзор для принятия мер в дальнейшем. Административная комиссия регулярно отправляется с контролирующими визами в гости. Проверяют соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции каждый день. В списке более десятка предприятий. Это кафе, гостиницы, фитнес-клубы и другие организации, которые предоставляют услуги нашим жителям. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс.